Тед Банди, Чарльз Мэнсон, Дэвид Беркович. Эти люди были отъявленными убийцами. Но неужели они такими родились? Наука заглянет в головы преступников и выяснит, что делает их мозг особенным. Может ли дефект в голове убийцы защитить его в суде? Что нужно, чтобы разбалансировать наш мозг? И может быть мы все прирожденные убийцы? Смотрите документальный фильм «Что на самом деле в тебе? Добро или зло?» на канале «Наука».